Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 5 на странице 54 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Сколько всего рублей? 5 плюс 5 плюс 5 и плюс 5. По 5 взяли 4 раза. Получается 20 рублей. Второе задание. Сколько рублей составляют 2 монеты по 5 рублей? По 5 берем 2 раза. Получается 10. 3 монеты по 5 рублей. По 5 берем 3 раза. Получается 15. 15 рублей составляют 3 монеты по 5 рублей. Записываем ответ. Ответ у нас будет 2. 10 рублей. 15 рублей. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте.